честь 370-летия пожарной охраны анапские пожарные передают коллегам необычную эстафетную палочку. Перед нами пожарный ствол, символ мужества и защиты ближнего. Вернее, это реплика, копия настоящего ствола, который был создан в начале 20 века из бронзы и меди и хранится в городе Краснодаре. Копия облегченная, состоит из дюралюминия с электрофорезным покрытием для защиты от коррозии и ультрафиолетового излучения. Работу выполнили в городе Кропоткине. Идея сделать палочку в форме жезла принадлежит одному из руководителей краевого управления МЧС Константину Ратиани. В качестве эстафетной палочки определен пожарный ствол, который символизирует собой традиции пожарной охраны, передаваемые из поколения в поколение. К этим традициям мы относим как мужество, самоотверженность, взаимовыручку, спасание людей, имущества, оказание помощи населению в трудную и опасную минуту. Мы обязаны продолжать эти традиции, передавать их подрастающему поколению пожарных и спасателей. Уже завтра эту эстафетную палочку, это символ мужества пожарных, мы передаем в 15-й отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, город Старец на Кубани. Сегодня передаем в Темрюкский пожарно-спасательный гарнизон. Он пройдет все гарнизоны пожарной охраны нашего края, и окончательным его будет возвращение в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Всего жезл посетит 44 гарнизона до 30 апреля, когда в каждой пожарной части пройдут праздничные мероприятия. Пожарная охрана – первая служба, которая получила в России официальный статус. Ее история началась в 1669 году. Указом царя были сформулированы правила противопожарной службы. И если у первых дозорных в распоряжении была телега с бочками с водой, запряженная лошадью, то современные пожарные подразделения имеют новейшее оборудование и технику. Сейчас российская противопожарная служба – это особое подразделение в составе МЧС. МЧС, России славные герои. МЧС, мы каждый день на поле боя. Участие в церемонии передачи жезла приняли действующие сотрудники, ветераны пожарной службы и школьники. В завершении общая фотография в память об этом дне. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа регион.